«Оптимкран» – это российская компания по производству кранов, работающая на международном рынке. Ее головной офис находится в городе Светлый, под Калининградом. Здесь проектируют и изготавливают продукцию более 600 высокомотивированных инженеров, конструкторов, техников и специалистов в области металлообработки и электротехники. Точные решения для вертикального и горизонтального перемещения грузов на производстве, при монтажных работах и в сфере перевалки грузов. Одно- и двухпалочные мостовые краны с пролетом 50 метров и более и с грузоподъемностью до 500 тонн. Портальные краны грузоподъемностью до 120 тонн и кран-балки грузоподъемностью до 16 тонн. Мостовые грейферные краны, козловые и мостовые контейнерные краны. Все компоненты, от электрооборудования до передвижных кабин и пультов дистанционного управления, производятся компанией «Оптимкран» и оптимизированы под конкретные условия применения. Кроме того, эта компания предлагает и модернизацию уже действующих установок с учетом их мощности, а также полный спектр услуг по техническому обслуживанию. Своевременную поставку и квалифицированный монтаж кранов обеспечивает собственный автопарк и свои бригады монтажников. Фактором надежности и долговечности при эксплуатации в тяжелых условиях являются двигатели, редукторы и компоненты SEF Eurodrive. Для компании «Оптимкран» само собой разумеется, что ее продукция соответствует международным стандартам качества. Поэтому планку для своих комплектующих стороннего производства она держит очень высоко. SEF Eurodrive не только подходит под это условие по всем параметрам, но и превышает все ожидания. Об этом говорит Александр Лишаков, коммерческий директор «Оптимкран». Здравствуйте, Александр. Спасибо, что согласились на интервью. Ну и в начале вопрос о том, какие основные достижения, чего удалось добиться компании на сегодняшний день, на 2014 год. Здравствуйте, Олег. Большое спасибо вам, что вы приехали к нам в гости и посетили наше предприятие. На сегодняшний день могу сказать, что наше предприятие устойчиво растет, и последние 5 лет мы имеем прирост по объемам и выпускаемой продукции типам, количественному составу кранов примерно 20% прироста ежегодно. Это минимум. Все это благодаря тому, что создан коллектив серьезных специалистов, высококлассных специалистов, имеющих опыт в краностроении 15, 20 и более лет. Это профессионалы и в продажах, и в техническом отделе, в конструкторском отделе, также производственники, начальники производств, начальники цехов, начальники отдела технического качества, которые управляют производством и делают высококачественную продукцию. Если говорить о качестве и надежности, какую роль сыграла компания SEF Eurodrive как поставщик приводов? Что вы можете сказать о сотрудничестве с нашей фирмой? Секрет в хороших специалистах высококлассных. То есть на всех ключевых постах сотрудники с огромным опытом работы в краностроении,
конструктора, коммерсанты, топ-менеджмент, управление производством, обеспечение качества на производстве, люди, которые проработали на производствах различных, и в большинстве своем именно в краностроении, 15-20 лет, а некоторые и более. Это большой плюс, потому что высококлассные специалисты, которые каждый знает, что ему делать, ему не надо объяснять, куда идти. То есть получается единый коллектив, сплоченный, двигающийся в одном направлении. Ну и в завершение, Александр, заглядывая в будущее, какие задачи вы ставите перед компанией, какие планы у коллектива на будущее? На сегодняшний день мы ставим главную задачу не останавливаться, то есть идти вперед с таким же успехом и отрывом от наших конкурентов и коллег, руку об руку, опять же, с нашим главным поставщиком «Севъевродрайв». Мы зашли в прошлом году и в этом году активно будем расширять свое присутствие на рынке атомной промышленности. То есть выход компании и поставки для атомной промышленности – это показатель очень серьезный для любой компании, которая поставляет любую продукцию. В крановом мире, в крановом сообществе единицы компаний могут это сделать. В этом нам опять же помогает «Севъевродрайв». И вторым нашим таким качественным шагом на рынке в российском и ближнего зарубежья это выход на рынки контейнерных кранов, которые в связи с всеобщей контейнеризацией мировых перевозок очень востребованы на железных дорогах, портах и в логистических центрах различных компаний. Мы сегодня уже делаем кран в Казахстан контейнерный. Надеюсь, что в течение этого года и на следующий уже будем поставлять такие краны в России. Спасибо. Спасибо вам.